Торговая марка 100 пудов предлагает суточные рационы питания для активного отдыха и как неприкосновенный запас на все случаи жизни. Всем привет! Сегодня на распаковке у нас суточный рацион питания торговой марки 100 пудов, который рассчитан на одного человека. Это большой пак рациона, который включает в себя дополнительные средства. Давайте теперь откроем его и посмотрим, что есть внутри. Приступим к распаковке. Основную упаковку мы открыли, теперь перейдем к открытию коробки. Посмотрим, что у нас находится внутри. Для начала лежит инструкция. Чуть позже посмотрим ее поближе. Так. Есть такой вот пакетик. Здесь у нас чай, две упаковочки. Отличается от предыдущего чая, который мы видели в маленьком пайке. Там он был круглой формы, но здесь тот же самый чай. Так, также есть два кофе и 6 стиков сахара. Так. Дальше идет десерт черный, такой же, с орехами и изюмом. Вот. Так. Упаковка хлебцов. Салфетки, маленькая упаковка, 10 штук. Каша пшеничная со свининой. Каша гречневая со свининой. Картошка. Одна банка паштета со сливочным маслом. И одна банка тушенки мяса курицы в собственном соку. В коробке у нас остались только дополнительные средства, которых нету в маленьком наборе. И давайте посмотрим на эти средства. Первое у нас 3 бумажных стаканчика. Дальше есть у нас жестяная банка, может для нагрева воды, она и годится. Есть крышка для этой жестяной банки. Давайте сразу попробуем закрыть, получится у нас или нет. Да, все отлично закрывается и в принципе можно скипятить воду, будет быстрее, чем без крышки. Одна ложка такого вида, большая, для приема пищи. Ложка металлическая. Так, дальше есть один пакет маленький. Здесь у нас находится упаковка сухого горючего, как видно. 8 штук. Такая упаковка. Дальше у нас есть такой вот таганок маленький в виде треугольника. Дополнительно еще есть 4 штуки сухого горючего и упаковка спичек. Обычные спички. Так. Дальше есть упаковка влажных салфеток, тут 15 штук их. Такие вот 3 тарелки для нагрева основных блюд из фольги. И еще тут есть 3 крышки, как они называются на самой упаковке. Это крышки для лотков. Давайте сейчас достанем один лоток. Здесь есть пазики. Берем эту крышку, я так понимаю, блестящей стороной вниз и закрываем наш судочек. Вот такая вот получается конструкция. Больше в коробке ничего нет. И давайте теперь поближе рассмотрим все ингредиенты. Давайте посмотрим ближе на таганок. Таганок выглядит следующим образом. Треугольные вставочки эти сгибаются вниз. Они будут у нас ножками служить. А такие вот длинные, они будут служить в роли подставки. На них мы уже будем ставить наши сутки из фольги. Ложка эта металлическая. Вот такая вот ложка. Давайте посмотрим на состав картошки. Нажимайте на паузу и читайте.
Теперь посмотрим на состав гречневой каши со свининой. И также на состав каши пшеничной со свининой. Также посмотрим на состав шоколадки, которая идет в комплекте, точнее не шоколадка, а десерт. И давайте посмотрим на состав паштета, но его здесь не видно, я добавлю фотографию. Давайте теперь изучим детальнее инструкцию, которая есть в комплекте с этим набором. Первым делом мы видим три картинки, которые нам показывают, как правильно пользоваться таганком и сухим горючим. Показано, что куда нужно согнуть, какой вид будет иметь эта подставка и то, что сюда можно поставить металлическую кружечку. Так, дальше у нас идет инструкция, способ приготовления каши и пюре. Ниже также есть памятка о том, что можно кипятить и сильногазированную воду. Кипяченая сильногазированная вода не изменяет вкус готового блюда. Вот. Так. Дальше идет информация о том, что нужно аккуратно снимать банку с огня, чтобы не обжечься, и всякая другая информация. Так. С другой стороны у нас идет наличие товаров, которые есть внутри, то есть те съестные товары, которые можно съесть. И внизу рекомендованный рацион, то есть по завтраку, обеду и ужину. И давайте теперь поближе рассмотрим бутылки с водой. Здесь находится два различных вида воды в двойном количестве. Первая бутылка — это Бювет Витал, негазированная. Одна бутылочка 0,5 и есть еще одна бутылочка 0,5 в этом наборе. Также две бутылки Сибека, сильногазированные, тоже по 0,5. Вот такой вот сухой паёк, либо рацион питания на одного человека рассчитанный. Больше он предназначен для туристических целей. Приобрести вы его сможете по ссылке в описании. Ну а на этом все. В скором времени ждите тест и пробу всего содержимого. С вами был канал Рикери Шоу. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. До скорых встреч. Пока.